Жизнью, но как же он закончил свою жизнь настолько плачевно? Истине ничто не вечно под луной. Пусть даже если бренный мир однажды лопнет, как пузырь, твой образ памяти храня, я буду жить лишь для тебя. Проститься сил не достает, пытаюсь двигаться вперед, но в сердце ты моя. Что будет, если я здесь умру? И если исчезну, никто этого даже не заметит. У меня нет друзей. Однако, вот бы еще хоть что-нибудь. Что-нибудь такое. Тихо. С улыбкой на бледном лице. Они не скрывают, что счастливы были, свободой души испытав. И люди из глины таких не любили за прочный негнущийся сплав. А сильные люди от боли шатаясь других никогда не винят за то, что для он ни во что не ставит вас как главу. Совесть меняли на плату за то, что врагами друзья становились, успехов, побед не простив, за то, что падениями друга гордились, при этом себя опустили.
вы задумывались, что самые депрессивные люди – это те, кто улыбается и пытается нас развеселить. Они хотят почувствовать себя нужными или полезными. А на самом деле они глубоко несчастны. Полтергейст, саны!